Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военное-дело.com. Эрдоган заявил, что турецкие войска не планируют занимать Манбидж. Как сообщает газета «Рус» со ссылкой на турецкое издание «Яни Шафак», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия не планирует занимать Манбидж. При этом президент отметил, что вооруженные курдские формирования, несмотря на заверения Вашингтона, не ушли из Манбиджа. Турция туда не войдет, туда настоящие арабские хозяева войдут, и наша цель — обеспечить их безопасность, цитирует газета «Ру» слова турецкого лидера. Президент добавил, что Россия не выступает против турецкой операции «Источник мира» в районе сирийского города Кобани. Он подчеркнул, что с Москвой ведутся переговоры на дипломатическом и военном уровне, есть все основания предполагать, что проблем не будет. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военное-дело.com.